Дорогие друзья, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать от лица Библиотеки иностранной литературы и Болгарского культурного института в Москве. И с вами вновь болгарские сезоны в иностранке. Я рада вам представить наших сегодняшних гостей. Это известный скульптор из Болгарии Рафаил Георгиев. Добрый вечер, Рафаил. Добрый вечер, Катерин. Его переводчик с болгарского языка на русский, замечательная Светлана Куцерова. Добрый вечер, Светлана. Спасибо, что вы согласились сегодня с нами работать и помогать нашему проекту. И, конечно же, эксперт Болгарского культурного института и организатор болгарских сезонов в иностранке Майя Проматарова. Маечка, добрый вечер. Добрый вечер всем. Я бы хотела еще пару слов рассказать про наш проект, если кто-то подключился сегодня первый раз. Проект существует достаточно давно, уже больше, чем полгода. Мы знакомим людей с болгарской культурой, литературой. Здесь уже на нашей программе побывали известные поэты, писатели, переводчики, ученые, историки. То есть очень-очень большая череда событий благодаря порталу «Культура РФ» позволила нам познакомить публику с историей культуры Болгарии. Но вот скульптор у нас в эфире первый раз, поэтому мы очень рады. И наша новая рубрика в рамках сезонов – это «Молодые и признанные». Вот как раз сегодня нам предстоит подробнее познакомиться с Рафаилом и узнать его историю, тем более… На самом деле Рафаил уже достаточно признанный человек, его работы, вот насколько я узнала, в 12 странах мира находятся. И слово для представления нашего сегодняшнего героя я передаю для начала Майе Проматаровой, эксперту Болгарского культурного института в Москве. Спасибо большое, уважаемые дамы и господа. Я рада, что мы снова вместе. И для меня большая радость говорить сегодня о таком замечательном молодом человеке, как Рафаил Георгиев, Рафи. И действительно, у него работы в 12 странах мира. Я даже попыталась перечислить, в каких. И среди них это Германия, Франция, Южная Корея, Израиль, Италия и, в общем-то, Чили. Но хотя стран 12, работ примерно 22. Действительно замечательная биография с учетом молодости нашего гостя. Но эта история началась все-таки достаточно давно. И я немножечко расскажу об его биографии. Но до того мне хочется упомянуть две его замечательные выставки. Одна из них называется «Органические матрицы». И в этой его работе правильные многогранники вступали в какое-то общение с живой природой. Вообще скульптуры, вы увидите потом очень много иллюстраций Рафаила, достаточно многозначные, и то вступают с живой природой во взаимодействие, то какие-то это философские послания, как, скажем, в другой его серии, которая называется «Кубы и формы». Эта серия начиналась в Италии, была продолжена в Германии, в Израиле и в городе, маленьком городишке северо-запада Болгарии, Мездра, она закончилась этим летом. И этим летом мы решили вам представить этого скульптора, потому что, хоть несмотря на то, что он в России не имел выставок, может быть, все еще ему предстоит. Как вы понимаете, скульптура Рафаила расположена в общественных пространствах, так называемая публичная скульптура, такой термин. Чуть-чуть о нем, перед тем, как все-таки предоставить ему слово. Он родился в городе Разград и родился в семье скульптора, тоже Мира Доброго и актрисы Майи Кисевой. Как говорят, он дышал там прах кулис и играл, не с обычной глиной, как играют дети, а играл с глиной профессионального скульптора. Но кем он будет, будет ли он скульптором или певцом, или актером, конечно, было неизвестно. Но было известно, что он достаточно артистическая персона. И расскажу одну маленькую историю, которую мне поведала его мама. Во время Пасхи
Вообще-то 90-е годы, вы себе представляете, что такое 90-е годы. Музыка, такая попса гремит повсюду. Маленький 8-летний Рафаил заткнул себе уши попкорном, представьте себе, и начал петь «О, соле мио». Так что задолго до того, как он начал изучать итальянский язык и как начал делать свою карьеру в Италии, у него «О, соле мио» было пропето. И мой первый вопрос к Рафаилу. В общем-то, ты, да, вырос за кулисами и в ателье отца. Чем профессия отца для тебя оказалась более заманчивой, чем профессия твоей мамы? Да. Тук ще ми трябва малко превод. С какво професията на баща ти се оказа по-съблазнителна, по-интересна от професията на майка ти? Защо реши да ставаш скулптор все пак? Първо искам да благодаря ви, да благодаря за поканата. Това е моето първо участие въобще в Русия и съм много благодарен за което. Ти каза, Майя, изключително много неща, които се опитах да разбера. Наистина ви обещавам следващия път да говоря повече на руски, отколкото сега. Тоест, не говоря. Относно въпроса, защо съм избрал професията на баща ми, това се случи в вътрешен бой, вътре в мене, и се случи чак този рационален избор, може би към моята 16-17 годишнина, преди да реша къде да кандидатствам, в какъв вуз. Въпреки че от малък, както ти спомена, глината е в ръцете ми. Да дадем на преводачката. Я хочу поблагодарить вас за приглашение. Это мое первое интервью в России. Обещаю вам в нашей встрече лучше владеть русским языком. И, конечно же, хочу ответить на вопрос Майи. Конечно же, во мне происходила очень большая внутренняя борьба. И, в конце концов, я примерно где-то в 16-17-летнем возрасте, уже перед тем, как поступать, я все-таки сделала рациональный выбор в пользу скульптуры. Относно «О, соле мио», това, което ме издала майка ми, мога да кажа, че тогава пеех «О, соле мио», а сега бих казал «О, соле ностро», което означава «Слънцето е наше». Слънцето е наше. Я изпълнял «Соле мио», но сейчас я хочу вам сказать, что «Солнце в наших руках», как это звучит по-итальянски. Да. Заповядай. Отметически, что продолжишь. В общем-то, мы дошли до 16-летнего возраста нашего героя, и потом у него был такой переезд в Софию, и он начал учиться в итальянском лицее, там учился и рисованию, и итальянскому языку, а потом он поступил в самую большую, самую старую академию, Национальную художественную академию Болгарии для изящного искусства и прикладного искусства. И там действительно ему очень-очень повезло. Его учителем был такой выдающийся скульптор, его имя Крум Дамянов, а сам Крум Дамянов – ученик Любомира Далчева. И как-то такая преемственность великолепная образовалась. Мой второй вопрос к нашему гостю. Что такое для тебя преемственность? Какое за это преемственность? Благодаря за вопроса. Това е изключително важно. Преемствеността при мен тръгна, както споменахте, от моя баща, скулптора Любомир Добрев. Той ми подаде тази топка с глина, той ми показа първите неща, които мога да направя с ръцете си. И аз тогава наистина започнах да чувствам как мога да създавам форма с ръцете си, както всяко дете всъщност го прави. Впоследствие в академията професор Дамянов ми даде нещо, което и той дава на всички свои студенти. Даде нещо много сериозно като познания. Мене ми трябваше няколко години да разбера наистина за какво говори той, защото човек трябва да е подготвен за такъв гений.
Конечно же, начало моему обучению придал мой отец Любомир Добрев, который как бы вложил в мои руки кусочек глины, и затем в дальнейшем я очень благодарен Курму Тамянову, который уже впоследствии направил мои знания, мои умения, и мне необходимо было около 3-4 лет для того, чтобы я осознал и понял его уроки. В един по-общ аспект на това, какво е преемственост, това се случи в нашото теле в академията, в художествената академия в София. По-възрастните студенти на професор Дамянов предаваха на по-младите студенти, когато той го нямаше. Така че тази преемственост беше тотална в 360 градуса и това беше едно от най-красивите моменти в моето образование до сега. И определено нещата, които неговия преподавател, Любомир Далчев, великият Любомир Далчев, му е предал, той ги предаде и на нас по някакъв начин, чрез неговия опит, чрез неговия емпиричен опит. В академии очень важно было то, что более старшие студенты преподавали, передавали свой опыт нам, и затем это было... Так и у меня продолжалось во время всего моего обучения. Я думаю, что была проблема со звуком, да? Я помогу немножко, потому что исчез звук у Светланы, к сожалению. Во время академии, пока учился... Рафаил, была такая интересная практика, что старшие студенты помогали, ну, каким-то образом передавали свой опыт младшим студентам, делились этим опытом. А, конечно, Крум Дамянов являлся проводником великого Любомира Далчева, и вся эта линия, вся эта культура, восприятие, что такое скульптура, было передано ему самому и его коллегам. Светлана, давай попробуем. Мы тебя слышим сейчас? Да, я вас слышу. Сейчас слышу. Сейчас хорошо. Но у меня завис звук, да. Извиняюсь. Спасибо большое. Да, спасибо большое. И у меня еще один вопрос. Когда ты закончил свою бакалаврскую, когда получил свою степень бакалавра, до того еще, у тебя были стажировки в Италии, и это были замечательный опыт. Ты можешь рассказать немножко о нем? Несколько лет, по-моему, ты был в Италии до того, как получил свою степень бакалавра. За твой опыт в Италии, приди достанешь бакалавр по разной учебной программе. Сега се сещам, като казахте този въпрос, когато, може би ще се върна, но когато се върнах от Италия, от Еразмус програмата, която ми беше за около 7-8 месеца, която я отложих с един опит в операта, веднага първото ми нещо, което беше да направя един портрет на един мой колега в академията, който беше вдъхновен от римския портрет, който наистина беше много вълнуващо да попия от музеите в музей Ватикани, различните музеи в Рим. Това беше нещо незабравимо за мен, наистина. Този първи опит в Италия. Ще дам право, нали, за някакъв превод. После того, как я вернулся из своей стажировки по программе Erasmus, которая продолжалась около 7-8 месяцев, мне первое, что захотелось сделать, это, конечно же, под впечатлением музеев Ватикана нарисовать римский портрет, что, собственно, я и сделал. У меня были просто незабываемые впечатления. Относно опыта... Аз се върнах към италианския език въобще чрез тази програма, защото много се противих в гимназията да го изучавам. Не знам защо, може би малко мързел, но отивайки в Италия, наистина тази култура ме накара да се интересувам за нейната история и чрез историята, кино, визуална култура. Аз почнах да говоря на италиански наново и вече по-истинско. Посредством и този опит в операта, който имах като стажант 3 месеца в операта с Фристерио в Мачерата.
Также благодаря моей стажировке я снова полюбила итальянский язык под впечатлением всего, что я видела в Италии, и уже по-настоящему, уже вживую начала разговаривать на итальянском языке. Также у меня был очень интересный опыт. Я участвовала, пела в хоре после того, в Мачерата, в опере. Опыт. Това показва, че изкуствата по някакъв начин се кръстосват, защото аз не съм учил оперно изкуство, въпреки че имам няколко месеца белканто при господин Арон Аронов в България, но операта ме насочи към Италия наново. И тази любов наистина към музиката ме насочи и към тяхната култура. Хочу сказать, что в этом очень видно то, как перекрещиваются искусство и опера. Майя, может быть, да, и я занимался несколько месяцев у преподавателя Бельканта. Да, не слышала. Опера, в общем, мой стаж трехмесячный в опере показал, как перекрещивается искусство и как меня к итальянскому языку вернула фактически опера. Да. Ты рассказываешь некая история, связанная с один кастинг. Ты рассказывал интересную историю кастинга, на который ты пошел, на который ты сютишел в опере-то. Ами, това ми дойде някакси след като свърши всичко, след като свърши сезона в Сферистерио. Имаше Тоска, имаше Кармен, въобще такива много сериозни оперни произведения. И след като свърши сезона, аз помолих за един кастинг, просто да ми чуят гласа. И за щастие ми го харесаха, но ми казаха: момче, ти трябва да учиш солфеж. И така малко нещата след това. После того, как закончился очень серьезный сезон в опере «Силистериум», такие как Тос, как Кармен, мне очень хотелось, чтобы также прослушали мой голос, чтобы я стал певцом, но меня послушали и сказали: да, но вам нужно немножко учиться еще. Учиться в Феджо. Учите сам Феджо, да. Като една предистория трябва да кажа, че идвайки вече от първи курс в Художествената академия в София, ние с някой човек от моя курс в академията участвахме пеехме в хора на академията. Съответно, скулпторите бяхме басови. Пеещите скулптори! Поющи скулпторы! Также в академии, да, мы пели, да, с несколькими моими приятелями, моими друзьями. Поющие скульпторы. Мой следующий вопрос связан с твоей магистратурой. Когда ты поехал учиться уже в Риме, в Академию изящных искусств, ты стал студентом Марианы Импеи. Она тоже замечательный скульптор. Я видела ее работы и даже видела, как она сооружает свои скульпторы. Расскажи немножко об этой академии, что нового она тебе дала, и конкретно о своем педагоге. Ты расскажи за Академию Тефрим и за опыт, который ты там си получила, и конкретно за Ориана Импей. Изключително голям късметлия се оказах с този мой опит да кандидатствам в академията и това, че ме приеха естествено, и това, че се свързах с професор Импей. Тя се оказа невероятен човек. Тя е невероятен човек, много талантлив. И така химията между учител и преподавател и студент се получи много добре между нас. Съответно, тя с годините се превърна в химия между колеги, която е много градивна, се оказа. И за което съм изключително благодарен.
Какво мога да кажа за магистратурата? Изчакай малко сега да преведат. Само изчакай да преведат. Мне очень повезло, что я учился у профессора Импи, и химия, которая возникла между нами, как между преподавателем и учеником, затем уже переросла в какое-то в химию взаимодействия между коллегами. Я очень ей благодарен, потому что это уникальный, очень интересный разносторонний человек. Това, с което ме спечели, понеже както всеки един нормален желаещ да стане студент, да учи магистратура в чужбина, млад човек, гледа нещата, които го интересуват, естествено. А мене ме интересуваше скулптурата и все още естествено ме интересува скулптурата в открито, на открито. Тази магистратура, която е направена от професор Импей в Художествената академия в Рим, е точно свързана с скулптурата на открито и скулптурата в среда. И с това ме спечели и се оказа, че е правилният избор за мен. Оказалось, что именно то, что я учился у профессора Импея, очень помогло мне, так как именно специализацией у этого профессора является скульптура в открытых пространствах, то есть скульптура открытого пространства, то есть то, чем непосредственно я занимаюсь. И така, с изключително много колеги от много държави се запознахме там, между другото много... руски студенти имаше, по-специално от, има и много Еразмус студенти от Русия, специално от академията в Санкт-Петербург. И така се създадаха много приятелства и много благоприятна среда, която с три проекта оставихме с моите колеги, всеки по една монументална работа, още докато бяхме студенти в различни градове в Лацио, в област Лацио, което е незабравим опит. Няма го никъде по света, буквално, и то без да се шуми много, нали, да е мейнстрим някакъв. Да. Я не слышу Светлану, но то, что могу сказать я, пока я учился в академии, у меня было очень много встреч с коллегами, среди них было очень много коллег из России, из Санкт-Петербурга, и еще была одна очень замечательная вещь, что во время нашей учебы в магистратуре мы сделали, каждый из нас сделал по одной скульптуре в районе Лацио в публичном пространстве, и это было часть обучения, часть образовательного процесса, не так уж шумно прокламированной, но, на мой взгляд, это единственное учебное пространство, где студенты получают подобную возможность. Да. А Билли Казала, тогда я еще один вопрос задам. Что касается взгляда, что изменилось в твоем взгляде художника? Значит, изменились в погледе на художник, в ориентации към по-современно искусство, към друго искусство, спрямо това, което ти беше, когато тръгна към Италия? Что изменилось в твоем взгляде или в твоем подходе к искусству по сравнению с тем, кем ты был до того, как ты поехал в Академию в Риме? Благодаря ти, Майя, за този въпрос, защото той е много важен за мен. Аз, докато бях студент в бакалавърска степен, бях много свързан с проблематиката на етюда. Докато когато преминах в магистратура и то в среда, която е академията, в Художествената академия в Рим, аз се запознах с едно друго чувство, а то е малко повече свобода, свобода на изказа ми. И макар да е с толкова традиционен материал, както е камъка, в случая аз успях да направя неща, които някакси съм си ги крил, като не съм ги показвал даже на моя професор в България. Така по-лични неща. Научих се да съм по-откровен чрез форма, чрез концепция, да изразявам по-лични чувства и по-лични възприятия към света. И затова ти благодаря за този въпрос, защото наистина с този опит между две страни на мен ми се получи. Получи ми се това да ми се отвори кръгозора към нови светове в изкуството.
и новые изразявания, новые долгустаны, извиняемся. Во время, когда я был студентом бакалавра, я больше тесно с проблемой этюда. Вот чем я занимался, затем уже в Риме, в художественной академии, конечно же, я столкнулся со свободой выбора в камне, и научился уже там выражать свою концепцию через формы. Я стал более открытым и более ясно стал выражать именно в камне свою концепцию и свои чувства. Интересно е също това да споделя, че това ми се случи още в художествената академия в Рим, тъй като тя е свързана с много с съвременното изкуство. Както знаем, съвременното изкуство по някакъв начин има идеята, че камъка е някакси много класически материал. Още от това ми обучение в Рим имаше такива диалози с колеги, с професори, с преподаватели, кое трябва, кое е редно, кое, дали този материал е толкова стар, той наистина е стар, милиони години са били нужни да бъде направен, но кое е актуалното в изкуството. И в този спор на неща се родиха и някои от моите концепции в последствие. И затова съм изключително благодарен за този опит, който е между съвременност, модерност, още какво е съвремение. Такива въпроси се въртяха и все още са актуални, естествено. Винаги ще бъдат. Также я очень благодарен тому, что во время вот моей стажировки, моего обучения, конечно же, мы очень много спорили о материале, о таком материале, как камень, который действительно это очень старый классический материал, и мы вели много дебатов, как бы, и как использовать этот камень. И я очень благодарен, то, что все это затем повлияло на выработку именно моей концепции. Да. Имах шанса, само да допълня, че имах шанса да работя в двора на художествената академия, на филиала на художествената академия в Рим, който е бившата свинеферма, където, да, която се е превърнала в уникално място, проектирано от Ренцо Пиано, от известния архитект. На това място, както може да си спомним, Пиер Паоло Пазолини е снимал своите филми. Имах шанса да работя с материал, който е изкопан от буквално от паважа при реконструкцията на академията и да го превърна в работа, в скулптура. Много истории. У меня было очень много интересных историй. Одна из них, мне удалось работать с материалом, который был в брусчатке и был на территории бывшей свинефермы во дворе. Там я создала свои какие-то уникальные истории. Вообще, очень много у меня... Я только дополню, потому что мы потеряли звук. Я только дополню, что он работал на свинеферме, которая была реконструирована самим Ренцо Пиано, знаменитым архитектором. И действительно, это было замечательным шансом в его жизни. Я предлагаю сейчас Екатерине показать нам презентацию и попрошу Рафаила прокомментировать работы, которые будут представлены в этой презентации. Да, хорошо, с удовольствием. Так, да, я готова. Видна ли картинка? Да, все видно. Можем започувать комментарии, от когда я направлена, где сделана, и что можешь рассказать об этой фотографии. Тази картинка е от моето първо представяне, а именно дипломирането ми в художествената академия в Рим, в София. Интересното за тази снимка, аз поделих и в предварителния разговор, е, че имах възможността някакси случайно, докато си подреждах нещата, професор Дамянов да бъде в компанията на неговия близък приятел, архитект Гечев, с който са правили огромни в България монументи като създателите на българската държава, естествено в Шумен. И някакси, докато си говореха на някакви техни си теми, така ми помогнаха двамата да подредя
макар и нали, тези студентски работи, тези студентски етюди, имах възможността да бъдат подредени от тези титани, ако мога така да се изразя естествено. Това представлява тази снимка и пак е един шанс от живота. На этой фотографии изображены, на первой фотографии, работы, которые были сделаны мной во время моей подготовки к диплому художественной академии в Софии. Очень мне помогло то, что в расстановке этих скульптур участвовали такие титаны болгарской архитектуры, как профессор Домянов и архитектор Гечев. То есть это известные люди, которые создавали огромные монументы, связанные с историей в Болгарии. Да. Това също е част от моята дипломна защита в София. Казваше се Винт. Това тази кутия. Това е за моя защита. Да, тук вече сме в художествената академия в Рим. Между другото, това е интериора на сградата, която говорих, която е проектирана от Ренцо Пиано. Това е едно от ателетата. Много е чисто в момента. И това е моята изложба за моята защита по магистратура в Рим. Като присъстват естествено моята професорка Ориана Ипей, професор по история на изкуството Марко Нока, професор Кампус по скулптура, които са авторитети наистина на високо равнище в Рим. На этой фотографии представлена уже художественная академия в Риме во время моей защиты магистратуры. Здесь вы видите таких очень известных людей, как Ориана Импей, профессор искусства Марко Нока и профессор Кампус. Да. Тук може би се вижда от предишната снимка разликата в изразяването. Вече тази снимка отиваме към... Това е моята първа работа в камък, по-голяма, в един парк до град Паломбара Самбина, който между другото се вижда зад работата, зад скулптурата. И в момента инсталираме. Аз съм изключително изпотен на тази снимка, защото това е първата ми инсталация на голяма работа. Не е толкова голяма, но по-голяма. На этой фотографии мы видим мою первую такую монументальную крупную скульптуру, работу в камне. Она установлена в парке, и это тоже я вижу. И меня здесь тоже видно хорошо на этой фотографии, какой я здесь вспотевший. Да, тук вече е инсталирана работата. Тук сме отново в Италия, в град Калката Векия, изключително красив град. Който буквално е вдигнат от нищото след голямо земетресение и е населен с художници и поети, между другото. Много, много интересен град. И моята работа, четири генетични порти, се казва. Тук сме с кмета, с професорката ми, един поет, който му забравих името. Здесь на этой фотографии мы видим мою работу. Она находится в городке Калката-Вели. Это прекрасный, очень красивый город, который был восстановлен после землетрясения. Мы здесь с мэром и несколькими тоже известными людьми. И работа называется «Четыре генетических ворот». Четыре генетические порки, нали? Генетични порти. На руском. Защото на тази снимка не се вижда, но работата се развива в четирите посоки. Ако си представим в план, четирите посоки на света. Здесь не очень видно на этой фотографии, да, но видно, что эта работа как бы направлена ориентирована к четырем сторонам света, если мы будем смотреть ее в плане. Да. Тук е работата е в контекста на градската среда, да. Тук сме отново в Лацио, между другото.
Тази работа се казва в майчината отроба и представлява архитектура. Просто си представих, ако приемем, че майчината отроба е архитектура, и си представих архитектурата вътре и плода как се заражда. Просто в това пространство си витае и се заражда. И естествено, тук реферирам и към архитектурата в романската архитектура, в която бях внедрен на 4 години в престоя си в Италия по някакъв начин. В этой форме, которая представлена в городе Лацио, конечно же, витает романская архитектура, то есть под чьим впечатлением я был все эти 4 года, и эта работа называется «Материнское чрево». То есть это как витает в воздухе, мы видим здесь плод, который зарождается внутри в матери. Като искам да кажа само, че материалите, които съм използвал за първи три работи, те са локални материали, буквално от в близост на 50 км от където е самата работа инсталирана. Тоест, материалът си остава там. Той излиза от земята и се връща и остава над земята под друга форма. Но е буквално на 50 км от там, където е изваден. Хочу добавить, что на материалы, которые были использованы на предыдущих трех работах, фотографии которых мы увидели, исключительно местные, то есть местного происхождения, не более радиуса 50 километров. То есть то, что находится внутри земли, использовано при выполнении моих работ, и то есть эти материалы не уходят никуда, остаются именно здесь, вместе, локально, на территории, где представлены эти мои работы. Поэтому... Между другото, е изключително интересно нещо, защото в днешно време, в глобалното време, това да работиш с материал, дошъл от другата страна на света, е абсолютно възможно, но да работиш с материал, който е от мястото, е някакси по-човешко, по-мащаб на човека е. По някакъв начин тази работа и се чувства по различен начин. Конечно, чувствуешь себя различным образом, чувствуешь себя более человечным, более правильным, когда ты работаешь с материалом, который добывается в том месте примерно, где ты работаешь. Конечно, сейчас технические возможности позволяют привозить материал из любого места планеты, но, конечно же, когда работаешь с материалом именно данного места, где ты работаешь, это, конечно, совсем другое ощущение. Тази работа, която виждаме в момента, се казва органичен куб и буквално на снимката съм се хвърлил вътре в него да го дълбая. Изключително трудна работа, защото това ми беше първият досег до гранит, един от най-твърдите материали за работа с камък и то с такива размери. Парчето беше около 14 тона изначален габарит. И буквално с един дребен нинджа кореец, това се случва в Южна Корея, между другото, в Сеул, успяхме за 2 седмици да направим тази работа, което ми се видя на мене просто нечовешко, като бързина. Но явно сме били мотивирани. Хочу сказать, что на данной скульптуре мы видим Сеул, Южная Корея. Это был первый мой опыт работы с исключительно твердым материалом гранит. Работа называется «Органичный куб», и вы видите меня полностью поглощенным работой. И хочу вам сказать, что с одним очень замечательным помощником, очень маленьким по росту, по сложению корейцем, мы из огромного куска гранита весом в 14 тонн за 2 недели создали эту работу. Да, човек не може да научи всичко в художествената академия и това, което научих от всички тези проекти, го уча в действие. Това беше една академия в Сеул буквално, което ми се случи, защото се говори, даже моя професор Крум Дамянов казваше едно време на лекциите: корейците са родени върху камък, той самия има уникална работа от Олимпиадата 86-та в Сеул, която между другото заведах другите колеги да видиме по моя инициатива, докато бяхме там.
Здесь тоже мы видим, и все это происходит сейчас на этой фотографии, также возле Академии в Сеуле, и мой профессор Кундамянов также работал в Сеуле, создавал там свои работы во время Олимпиады 1986 года, и по моей инициативе я с коллегами также профессора. Немножко завис перевод, и по инициативе Рафаила они вместе с коллегами пошли, чтобы посмотреть скульптуру Крума Дамянова, который говорит, что кореец родился на камне. И, между другим, это уникальная коллекция Олимпийский музей в Сеуле, творби на Сезар, на Стачоли, на, естественно, на Крум Дамянов и на други наши български творци, Емил Попов, професор Емил Попов, професор Станев. Бяха много радостни от моята идея, защото организаторите се чудиха наистина къде да ни заведат, защото има много места в село да ни заведат. И аз дигнах ръка и така се случиха нещата. Това е работата, органичен куп готова. На дальней фотографии мы видим готовую работу, органичный куб. Также хочу добавить, что в Сеуле представлена очень интересная олимпийская коллекция. Там представлены работы болгарских скульпторов Эмила Попова, профессора Станева. И вот мы посетили эти работы. Да. Что это у нас? У нас есть еще экспозиции? Или это последний? Идем дальше, значит. Така, тук съм се качил върху едни два блока, които в последствие си играхме на законите на физиката с инженерите на този симпозиум. Това се намира в Сантьяго де Чиле, в столицата, буквално в центъра на Сантьяго де Чиле, на столицата. Да си представим се едно Южния парк. Буквално там се намира цялата тая работа, като референция. И изключително интересно преживяване да си в Чили. Здесь представлена работа в Сантьяго де Чиле, Южный парк. И здесь я изучаю законы, представляю законы физики, экспериментирую. Тоже очень интересно. Ще видим следващата снимка за това, което говоря, може би, да. На следващей фотографии мы увидим то, что есть, о чем сейчас говорю. Имах доста спорове с инженерите, които и архитектите, които бяха на този симпозиум, които са отговорни, естествено, за които си поставят печата след инсталацията на всяка творба. Как тази работа ще стои, дали ще издържи, защото знаем, че Чили, там има много сериозни земетресения. И в крайна сметка стигнахме до консенсуса, че работата е на три точки, стъпва на три точки помежду двете парчета и е закачена така, че да се балансира при трус до 5-6. 7, может быть, надеемся, да няма такива. Во время работы над этой скульптурой, конечно же, было очень много споров в Чили, будет ли она стоять, не будет ли стоять эта скульптура, так как мы знаем, что очень часто бывают землетрясения в Чили, но затем мы решили, пришли к консенсусу, что эта скульптура опирается на три точки, балансирует, и сможет выдержать землетрясение 5-6 баллов мощностью силой. Даже повече от 6. Малко повече би трябвало да Може сейчас. Быть и больше. Мы будем надеяться, что не будет таких, да, происходить стресса. Искам да отворя една скоба, защото това е изключително отговорна работа. Не само за визуалната култура, която носи една такава експозиция скулптурна в среда ми и тя е отговорна и от физически аспект, защото трябва да е обезопасена и работата с инженери, с архитекти е изключително интересна, защото всеки от видовете архитект, инженер, скулптор учи един от друг, което е отново огромен опит и аз съм изключително благодарен за тази възможност, която съм имал
Конечно же, все эта работа очень ответственная, ведь все работы происходят в тесном взаимодействии с инженерами, архитекторами, скульпторами. Мы все учимся друг у друга. Конечно, эти работы должны быть полностью безопасны. И, конечно же, мы очень много учимся, когда мы работаем вместе над этими инсталляциями. Относно работата, която виждам, тя е в Турция, в един от курортните градове на Южна Турция, по Средиземноморието Манавгат, в който, между другото, се познах с изключително много руснаци, защото е така много, много фамозна, много известна точка за туризъм, въобще Анталия, Алания и така нататък, и Манавгат. И в случая имаше и много колеги от Русия на този фестивал. Изключително красив мрамор, който ме вдъхнови да направя тази... Можеше и да е по-елегантна още повече, но времето не ми стигна, защото буквално за 3 седмици и половина работни, ако може да си представиме, плюс двама асистенти и студенти, което също е опит за мен да показвам къде и какво се случи. Эта работа представлена в Турции, в Южной Турции, на берегу Средиземного моря, очень популярный курорт. Я познакомился там с очень большим количеством русских коллег на фестивале, и эта работа, этот очень красивый мрамор настолько меня вдохновил, что за 3,5 недели при помощи двух ассистентов и студентов, что также очень было важно для меня, вот вы можете видеть эту работу, была создана. Въобще, култивираната енергия, която на подобни фестивали се случва, е огромна, защото всеки артист идва с някаква идея какво ще прави, и после нещата се променят, естествено, защото живота е жив, крана не идва, парчето ти камък е по-късо, срещаш се с нови хора и цялото това нещо се случва в рамките на месец и половина. И това е една огромна енергия, която детерминира част от крайния визуален ефект на работата. Аз съм абсолютно... мисля си, че това е закономерност някаква, която се случва. Я наблюдавам. Во време участия в таких фестивалях очень часто... Опять завис звук, что ли? Во время фестиваля и просто завис звук, очень часто все не происходит именно так, как было задумано. То кусок мрамора или там материала покороче, то чего-то не подвезли на транспорте, то ты встретил кого-то, который изменил твое предварительное намерение. И в итоге за время работы, обычно месяц, появляется... Нечто, что соприкасается с раньше задуманным, но оно немного иное. И это, мне кажется, скорее всего, правилом уже моей работы. Всички правила се предефинират. И това е изключително интересно, защото има огромен елемент на импровизация, ходейки по подобни такива фестивали. Защото... това те учи наистина да импровизираш, да освобождавате от собствените ти догми, което според мен пак е догма, би било догма, ако кажа, че трябва да се случва. За мен лично е много подходящо, може би ми пасва. Участие в фестивалях освобождает от догм и дает получаются какие-то новые решения под действием всех встреч и всего, что происходит именно во время фестивалей. Ты начинаешь думать по-новому. Не можах да намеря на предишната снимка, Катя, не можах да намеря снимка с... имах такава, но не можах да намеря с кораба на Уолт Дисни, който, между другото, ме бяха снимали на този фестивал. Значи, той се случва на... Буквално в Канада се случва това всичкото, на крайбрежието, и тези огромни кораби, като skyscrapers бяха,
идваха и си отиваха, идваха, си отиваха. Имаше и, на, и кораба на Walt Disney, който беше много-много красив и създаде много голяма атмосфера на въобще на всички. Този фестивал е изключително посещаван и може би около 40 000 човека присъстваха, че и повече по техни статистики в Сейнт Джон, в Канада, случва цялата работа. Да. На, к съжалению, я не смог найти фотографию, где я снят на фоне корабля Уолта Диснея. Действие происходит, этот фестиваль проходил в Канаде, в город, на побережье городка Сейнт-Джон, и корабли приходили и уходили. Я работал, фестиваль этот огромный, его посещают по статистике примерно 40 тысяч человек. Ну, то есть эти корабли огромные, которые на фоне... Идем дальше. Приходили и уходили. Да, и това вече е завършената работа. Изключително, това се води, водеше се резиденция. Месец и половина останахме в Канада с моите колеги от цял свят. Като отидахме там, отидахме без никакъв предварителен проект, което беше много интересно. Стовариха ни огромни камиони с ирамаркета, с, може би с около 300-400 тона гранит. И всеки една седмица и половина се чудеше, нали, какво точно да направи. И така нещата се родиха на място. Моята работа отиде в едно малко градче, Гейджтаун. В момента снимката, която виждаме, не е там, където е инсталирана дефинитивно. Но работата се казва формация, formations. Т.е. се формира се вътре в себе си. Това мисля, че е нещо очевидно. На фотографии мы видим работу, которая называется формация, то есть формируется что-то, то, что внутри. Это Канада. Мы провели полтора месяца в резиденции, и, конечно, когда мы приехали туда, в окружении коллег, мы около недели, полторы думали, как бы у нас не было никакого предварительного плана, никакого предварительного проекта. Просто приехали огромные грузовики с прицепами и разгрузили 300-400 тонн гранита. И затем впоследствии появилась вот эта работа, которую мы видим на фотографии в результате. Интересно беше на това пристанище, как тези огромни кораби, които видяхте, се вдигаха и падаха. Тоест, самото ниво на водата се движеше с около 5-6 метра. И ако кораба дойде сутрин, вечер то е нещо монументално. То е... Обръщаш се и направо се тряскаш. Какво е това до мен? Което е изключително абстрактно място за творение и аз съм изключително благодарен за тая възможност. Я исключительно благодарен, что в том месте, где я работал, вот эти огромные корабли, которые приходили, там есть очень большое движение уровня воды. То есть мог подниматься и опускаться на уровне до 5-6 метров в этом порту. То есть ты мог повернуться и видеть огромную громаду за тобой. Это все очень вдохновляет и влияет, конечно, на твою работу. Тази работа, която виждаме, може би няма да си представите, че се казва, как се казва, всъщност аз си нареках по малко по-така панкарски начин. Radio Kills the Video Star от една песен, която се казва Video Kills the Radio Star. И понеже от няколко години разработвам тази тема с роговете, като музикален инструмент, който изключително ми е интересен като форма, реших така да направя една референция, защото съм фен повече на музиката, отколкото на видеото в музиката. И така работа се казва Radio Kills the Video Star. В Алания, в Турция, направих тази работа. На фотографии работа, которая представлена в Алании, в Турции. Вообще сейчас меня очень увлекает рок как музыкальный инструмент. Я являюсь фанатом музыки,
а не видео. И эта работа также, как вы видите, использует рок в качестве скульптуры. Mm-hmm. И называется она Radio Hills Video Stars. Това е снимка от Work in Progress на последната ми работа от това лято в България, в, ако мога така да се нарече, столицата на Варовика, на българския Варовик, Мездра. Там заедно с пет колеги участвахме в ежегодния скулптурен симпозиум, който се прави в Мездра. Между другото, град, който има изключително богата колекция от скулптури на открито. Повече от 40, доколкото ми е известно. И тази работа успях да намеря място, което да е достатъчно интересно. Намира се точно срещу Калето, една от така от археологическите известни места в град Мездра. И е така едно продължение на една визуална концепция с кубове и с меки форми, която разработвам от няколко години. И интересното е, че всъщност мястото на тази работа, ако искаш, може би да преведеш, защото да стана много дълго. Да, окей, да. Это на данной фотографии мы видим мою последнюю работу. Эта работа сделана мной летом в Болгарии, в столице известняка Болгарии, город Мездра. Там также участвовали 5 моих коллег, был проведен ежегодный симпозиум. Очень интересно, на этом симпозиуме вообще в городе Мездре представлено более 40 скульптур, которые выставлены в открытом пространстве. И данная скульптура, которую вы видели на последней фотографии, находится в местности Калета. Это археологический объект, известный в Мездре, очень популярный и очень известный. В данной скульптуре использованы кубы и мягкие формы. Да, имам ли время да дополни само одно изречение? Или нямам време? Одно изречение. И не стига времето. Да, тази работа е една от работите, които се промени на място. Защото кмета дойде и каза: твоя проект тук, твоя проект тук, твоя проект тук, естествено заедно с архитекта. Просто ми хареса мястото, което беше избрано, само че то предразполагаше по-висока работа. И съответно добавих още един-два елемента, които направиха работата по-висока. Искам да кажа, че това е пак част от импровизацията в изкуството, което наистина много ми харесва. И на място да стане част от мястото, буквално тази работа. Това е смисъл на скулптурата в среда. Большое спасибо. Одну секундочку, только одна секунда, чтобы Светлана перевела. Перевод. Буквально секунду. Да, я хочу сказать, что данная скульптура была немного видоизменена. То есть я хочу сказать, что скульптура — это не то, что навсегда раз принято, и ее нельзя изменить. То есть она, скульптура на открытом пространстве, она всегда должна соответствовать месту, где она находится. И всегда есть место, что можно работать, изменить и именно вписать ее гармонично в окружающую среду. Большое спасибо, Светлана, за перевод. Большое спасибо вам, Рафаэль, за такие развернутые ответы. Действительно очень интересно, когда скульптура привязана к какому-то месту, и уже становится более, наверное, понятна картинка. У нас 2 минуты до конца нашей онлайн-встречи. Было замечательно сегодня с вами поговорить. Наверное, что-то каждому сказать нашим зрителям. И, может быть, вам, Рафаил, я задам еще один вопрос перед тем, как мы будем прощаться. Просто наверняка нас сейчас смотрят молодые люди, много молодых людей из разных городов и стран. Наша программа называется «Сегодня молодые признанные». Вот что нужно делать молодому человеку для того, чтобы получить дело своей мечты? Это дело приносило большое удовольствие и доход.
и стать признанным, стать известным, много путешествовать. Вот ваш совет молодому поколению. Мисля, через брак вопроса. Макари мой русский да не мой удобр. Светлана, переведите, пожалуйста. Он понял. Я понял вопрос, да, на то, что мой русский не очень хороший. Да, ами според мен това, което мога да дам, аз не знам, човек, като погледне историята на изкуството, може да каже, че млад е различно понятие. Бернини е направил портрет на папата на 15 години. Това, което мога да дам като съвет е работете много. Няма значение каква медия използвате, млади люди. Работете здраво, защото това е в абсолютно всяка сфера. Само, че в визуалните изкуства трябва наистина да имате и талант, и интуиция. Всичките функции, които може да си представите, трябва да работят в някаква сериозна връзка да имат помежду си, която да ви мотивира. И трябва да се излагате. Не трябва да спирате да се излагате. Има предвид в изложения, в изложби, в фестивали, каквото и да е. Това е единствената референция, която може да получите за вашата работа. Не спирайте да го правите. Така се учите вие, така учите публиката. Това е един непрестанен процес на изучаване. И публиката изучава, и вие изучавате публиката и себе си. Естествено, го правите за вас преди всичко. За вас. Конечно, я хочу вам обязательно посоветовать и пожелать. Понятие возраста очень расплывчатое понятие, так как Бернини нарисовал папу в 15 лет, что вы должны, я хочу вам посоветовать учиться и не прекращать, обязательно учиться, потому что это очень важно. Также очень важно иметь талант, интуицию, мотивацию и обязательно также участвовать в любых, участвовать в выставках, фестивалях, то есть чтобы узнавали вас. И, конечно же, упорно и интенсивно учиться. Упорный труд. Не забравяйте, че сте отговорни, млади художници, за визуалната култура на обществото. Не го забравяйте. Също не забравяйте, че само единствено чрез експеримента може да разберете дали сте прави или не. Не забывайте также вашу ответственность перед обществом за ту визуализацию, визуальные образы, которые вы преподносите вашей публике. Всичко един голям парадокс. И экспериментируйте. Экспериментируйте, да. Все это один большой парадокс. Большое спасибо, Рафаил. Большое спасибо, Майя. Светлана, спасибо нам пора прощаться со зрителями. Спасибо. Всего самого доброго. Спасибо. До свидания, до новых встреч. До свидания, до новой встречи. До свидания. С толкова много проекти в България и по света. Здравейте! Как бихте се представили пред аудитория, която не познава пътя ви на млад художник, с толкова много проекти в България и по света? Съм скулптор, завършил академията, художествената академия в България, в София и в Рим. Чрез този мой опит започна и моята професионална кариера като художник, по-специално в скулптурата и още по-специално в публичната скулптура. Това е, което работя с този жанр, работя последните 10 години. И участвам в много конкурси, някои от които печеля и съответно реализирам
моите публични проекти, които са вече в 12 държави. Кой беше първият ви учител? Първият ми учител, предполагам, става въпрос учител по скулптура, е баща ми, който е скулпторът Любомир Добрев, който от възраст на дете ми подаде глината в ръцете. След известен период от време, аз реших, че това е моето бъдеще. Кога беше първата ви публична проява след академията? Всъщност, първата ми публична проява беше по времето на академията. По време, когато учих магистратура в Рим, спечелих няколко конкурса в Германия и следователно там направих две скулптури, които ми донесаха и престижно отличие, още от първият опит, да кажем. Кой е човекът, менторът, чието изкуство и житейски път ви вдъхновява и досега? Под ментор аз приемам като авторитет този термин и не бих казал, че точно човек ме вдъхновява, но моите авторитети, те са ми в моментите, когато почувствам дефицит на познание, се сещам за техните думи и веднага идват в главата ми думите на моя професор Крум Дамянов, на баща ми и на други скулптори, които са ми помагали, може би, под менторство, но като вдъхновение аз се вдъхновявам от абсолютно всичко и не бих казал, че е удушевен предмет, който ме вдъхновява. Какво привнесе към наученото италианският ви опит? Италианският ми опит, всъщност чрез него аз започнах да се чувствам художник, започнах да се чувствам свободен да се изразявам и свободен да изразявам това, което преди това бях научил, под формата на търсейки моята автентичност като художник. Това помогна италианския ми опит, защото живях и учих в един от най-вдъхновяващите градове в света – Рим. Бихте ли представили някои от последните си проекти? Някои от последните ми проекти. Последният ми проект беше в Мездра, град Мездра в България. Той представлява публична скулптура и е част от серия работи, които се под общото название Кубове и форми. Работата се казва Вън, вътре, вън. И представлява една визуална игра между твърди и меки форми и обеми. Като твърдите форми са кубове. Куба го представлява за мен рационалното мислене, докато меките форми, които влизат и излизат през тези кубове, са ирационалното мислене. И чрез тази игра на форми и обеми аз искам да представя тези две функции в човек, които постоянно са в борба за неговата, за влияние вътре в него. И така, това е четвъртата работа от тази серия Кубове и форми, която направих в България, в Мездра. Предишните три са в Израел, Италия и Германия.